В воскресенье губернатор Московской области выступил с обращением к жителям Подмосковья, в котором сообщил об ужесточении режима пребывания в местах массового скопления людей. Андрей Воробьев отметил, что введение подобных мер связано с постоянным ростом числа заразившихся коронавирусом. Мы не должны допустить того, чтобы у нас появились тяжелые средней тяжести случаи. Для этого, вы знаете, мы приняли ряд решений, которые предполагают каждую семью находиться дома. Сидеть дома – это лозунг, это девиз, который сейчас известен каждой семье. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной неотложной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, совершение покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгулу домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания или пребывания, необходимости вынести бытовой мусор. Также Андрей Воробьев призвал жителей Московской области соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров, исключение поездки на такси. В своих сетях я обязательно выложу ссылку на это постановление, где четко, подробно написано все то, что касается вводимого нами режима с воскресенья с 20 часов.